Они ценят материальное благополучие и придают большое значение деньгам, однако им не свойственна скупость или мелочность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. В жизни этих людей доминирует огромное честолюбие и стремление к материальным благам. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Частое разочарование и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действие, а потом задумываются о последствиях. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Носители этого имени отличают исключительные способности коммерческой деятельности. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.